Вы мне и нужны. Что нового вы можете показать? Кое-что весьма интригующее, я бы сказал. По поводу Гроссвенор-сквер что-то прояснилось? Полиция ищет виновных. Ищет, ищет. Ликаны на пороге объединенной индийской компании. Как вам? Мэйфер не тот, что прежде. Простите, у меня эксперимент. Я отойду ненадолго. Можете пока осмотреться. Берите все, что приглянется. Но будьте осторожны. Никола, а как там поживает ваш приятель Эдисон? Мы с Томасом, знаете, не общаемся. Он просто идиот! Мне это ничего не говорит. Никола, вот ты ловкач.
Сэр Галахад. Сэр Галахад. Ну и древность. Неужто мы когда-то такими пользовались? Сэр Галахад. Сюда, прошу. Есть для вас кое-что интересное. Мое новое устройство превращает неэффективный постоянный ток Эдисона в превосходный переменный. Так можно перегружать и выводить из строя электрические системы. На самом деле ничего сложного. Просто вакуумный выпрямитель и несколько медных зажимов. А, и изящный футляр в подарок. В каждой трубке несколько шариков ртути. Их надо выстроить в ряд, и устройство можно использовать. Попробуйте. Вы просто гений, Никола. Мне любопытно ваше мнение о моей новейшей штучке. Вот. Снайперский карабин SX-84. Впечатляет. Вы знаете толк в вооружении. Посмотрите, вот тут телескопический прицел. Для стрельбы по дальним мишеням. Почту за честь, если возьметесь его испытать. С радостью. Не перестаю удивляться вашему мастерству. Нажимается с усилием. Туговато идет. Хорошо. Обращаю ваше внимание, что у прицела варьируется кратность.
Поэтому может потребоваться калибровка. Обращаю ваше внимание, что у прицела варьируется кратность. Туговато идет. Хорошо бы еще стрелял потише. Сейчас же этим займусь. Не желаете осмотреть мои прочие детища? Предложение заманчивое, но мне пора возвращаться. Разумеется. О, монокуляр, который заказывал генерал Лафайет, вон там, на столе. Я ему передам. Разобьемся на пары. Изабель, вы с Лафаэтом заходите на Хай-стрит с юга. Мы с Галахадом с севера. Французы, приставьте к Галахаду. Вам нечего опасаться, сударыня. Даю слово чести, что проявлю себя подлинным рыцарем. Я бы предпочла, чтобы меня опекал кто-нибудь более опытный. Разве вы нуждаетесь в опеке? Хорошо. Пойдете с Галахадом. Но я не теряю надежды продемонстрировать вам свой талант. В другой раз. Помните, мы на территории повстанцев. Они придут в ярость, когда узнают, что мы вторглись в Уайтчепл. Исходя из того, что мы узнали в Мэйфере, наша цель — лондонский госпиталь. Странно, что ликаны решили укрыться здесь. Вы не находите, месье? Вы думаете, что повстанцы сотрудничают с полукровками? Лорд-канцлер в этом убежден. Я сомневаюсь. Никому не доверяете, мол, генераль? Нельзя ничего принимать на веру. Этому девизу уже много веков. Будьте бдительны, помните, враг может быть где угодно. Кельжуа. Гнездо воров, осведомителей и распутников. Когда-то все было иначе. Вон там стояла одинокая часовня, готовая приютить любого странника. Это было еще до меня. Когда и стен вокруг города не было. А теперь Уайтчепл можно найти по запаху.
Все теперь не так, как прежде, Себастьян. Да. И орден изменился. Встречаемся у госпиталя. Будьте начеку. Я понял. Сюда, месье. Зала еще теплая. Лафайет. Эй! Давай, выбей из него дерьмо! Еще хочешь? Крови-то с него натекло, прям как со свиньи! Плохо дело. Ему кранты. Вот и не вставай, придурок! Странное место. За гроши, и вам еще говорят, что вы должны радоваться этим жалким крохам. Come on.
Себя. Они говорят, мы стали жить лучше. Они говорят, Англия – кузница прогресса. И что этот прогресс вам принес? Вы живете в трущобах, едва сводя концы с концами. С утра до ночи на заводах вы горбатитесь за гроши, и вам еще говорят, что вы должны радоваться этим жалким крохам. Ваши дети чахнут в аду душных угольных шахт, в то время как толстосумы жрут из серебряных блюд. Нет! Такая нужна нам Англия? Нет! Что мы будем делать? Бороться! Верно, братья и сестры, бороться! Вступайте нас заметили. В наши ряды. Уходим. Долой королеву! Долой королеву! Долой империю! Долой империю! Долой королеву! Долой империю! Долой королеву! Долой империю! Я правда не знаю. Я не буду. Она погибла из-за тебя! Решили не марать холёные руки. Не бойтесь, вам ничто не угрожает. Откуда мне было знать, что это потрошитель? Он был такой же, как все. И что, новая жертва? Я не знала. Оставьте ее, месье. Я не знала. Спокойно, не бойтесь. Надо пройти в эту дверь.
заведении с оружием вход воспрещен. Хотите остаться? Сдайте пушку. Конечно, месье. По правде говоря, мы просто гардероб искали. Давайте. И развлекайтесь. Не волнуйтесь. Полагаю, небольшая разведка в такой ситуации необходима.